А в Метрополичьей литературной гостиной состоялась очередная творческая встреча. Ее посвятили Александру Сергеевичу Пушкину и его культурному наследию. Русскому слову, которое отражается на протяжении веков в душах всех людей, живущих на просторах нашей земли, которая Богом хранима. Площадка давно перестала быть исключительно литературной. Для собравшихся камерная выставка, живописи и графики. Жизнь поэта, близкие люди и родные сердцу места в работах нашего земляка Станислава Косенкова и других художников. Масштаб личности и творчества поэта таков, что каждое поколение, а особенно художники, литераторы, ведут нескончаемый диалог с Пушкиным. Каждое время предъявляет к нему или слышит что-то свое и предъявляет какие-то свои требования. Для гостей подготовили и книжную экспозицию, в том числе с редкими изданиями. Творческий вечер продолжили музыкальными номерами и, конечно же, чтением любимых стихотворений великого поэта.